Все. Да, у нас самый желанный последний урок с вами, так что мы с вами начнем. Надеюсь, что те, кто ждет нас в YouTube, все-таки заглянут к нам на в социальные сети, на наши страницы и увидят, что урок уже здесь есть, потому что анонсы мы все сделали. Да. Bonjour Irène, bonjour Daria, Irina, Marina, voilà, je vous vois, Alia. Voilà, j'espère que vous allez bien. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Все уже нашлись. Ура, 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 ура. Я тоже рада. Давайте посмотрим с вами сначала, повторим то, что было. Надеюсь, что... Bonjour, Marina. Надеюсь, что вы готовы, не расстроились. И первое, с чего мы начнем, это диктант на цифры и числа. То есть будут и года, будут и цифры двузначные. Напишите, пожалуйста, плюсы, если вы готовы. Что ваших плюсов, не знаю, какая скорость в Фейсбуке. Надеюсь, что хорошая. Диктую вам по два раза эти цифры, потом в конце повторю же все быстро. Пока вы меня не слышите, значит, сейчас я буду понимать, какая у нас скорость. On y va. Первое. 56. Следующее, четырехзначное, то есть год. 1987. Это уже третье. 87. Четвертое. 1972. Seize. 1999. 55. 1984. 21. И я повторяю все один раз. 56. 1972, 16, 1999, 55, 1984, 21. Et regardez s'il vous plaît, посмотрите, пожалуйста. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Из 9 сколько у вас получилось написать правильно? Надеюсь, что все. Сейчас я это еще раз повторяю, уже для того, чтобы вы повторили за мной и хорошо это произнесли. Надеюсь, что все, в принципе, вы понимаете, потому что уже мы с вами несколько недель подряд с цифрами работали, и даже диктантов у нас уже было несколько. Répétez, s'il vous plaît. 56. 1987, 87, 1972, 16, 1999, 55, 1984, 21. Et là, je regarde Татьяна 9, Марина 9, Алия 100%, Анна 9, Марина 8, Дарья просто плюс поставила, Вера 9, mais bravo, génial. Encore. Une dictée, traduction. Диктую вам фразы, а вы переводите их на французский. D'accord?
Поняли, первая фраза. Она уехала к своим родителям. Она уехала к своим родителям. Или на одну ошибку вижу. Она уехала к своим родителям. Вторая фраза. Мы не получили это письмо. Мы не получили это письмо. Третье предложение. Они прибыли вовремя. Они прибыли вовремя. Четвертое. Ты позавтракал? Ты позавтракала? Все равно во французском не видно. По вопросу женский или мужской род. Ты позавтракал? Ты позавтракала? Пятое. Ему захотелось пить. Ему захотелось пить. Если вам, вы смотрите это в записи, а не в прямом эфире, и вам хочется побольше времени потратить на перевод, потому что, возможно, действительно быстро, останавливайте видео, и когда вы будете готовы, уже можете дальше продолжать. Никто, в принципе, вас не торопит, в своем ритме работаете. Главное, действительно, попытаться до конца перевести все хорошо. Последняя фраза. Вы были в Париже? Вы были в Париже? И еще раз повторяю все. Она уехала к своим родителям. Мы не получили это письмо. Они прибыли вовремя. Они прибыли вовремя, девушки. Забыла вам уточнить. Они, девушки, прибыли вовремя. Это важно. Дальше. Ты позавтракал? Ты позавтракала? Ему захотелось пить? Вы были в Париже? И давайте посмотрим, что у нас получилось. Первая фраза. Я читаю, повторите за мной. Il est parti chez ses parents. Il est parti chez ses parents. Посмотрите, пожалуйста, e на конце, потому что il est parti. Дальше. Nous n'avons pas reçu la lettre. Можно написать cette lettre. La lettre, cette lettre. Ensuite, elles sont arrivées à l'heure. E accent aigu, ES. Потому что девочки. Дальше. Tu as pris le petit déjeuner. Il a eu soif. Vous avez été à Paris. Скажите, пожалуйста, насколько хорошо вы написали вот эти фразы. Что трудно было? Мне было важно, что, например, с глаголом partir вы напишите правильный participe passé, дальше укажете, что правильный глагол – это être, и puis, что вы можете согласовать, потому что elle, девочка, то e на конце. Здесь мне был важен participe passé, глагол recevoir, reçu, и обязательно вот cédille. И la lettre – функция определенного артикля, то есть конкретное письмо, la lettre, не обязательно говорить cette. Elles sont arrivées. ES на конце, от глагола prendre, le participe passé, pris. Именно глагол avoir в контексте, вот тебе хотелось пить, а тебе захотелось, например, есть, это глагол faim, да, холод и так далее. То есть вот именно вот эта конструкция, она французская, потому что по-русски может быть на другое что-нибудь скажем. И глагол être, participe passé, été. Напишите, пожалуйста, насколько это было легко. Сейчас еще раз прочитаю, пока жду ваши ответы, чтобы не перелистывать. Можете какие-то вопросы задать, если непонятно. Легко, просто можете какие-то комментарии написать, чтобы мне было легче ориентироваться. On y va. Il est parti chez ses parents. Nous n'avons pas reçu la lettre. Elles sont arrivées à l'heure. Вы можете сказать, elles sont arrivées à l'heure. Elles sont arrivées à l'heure. Два варианта.
Это факультативно. Tu as pris le petit déjeuner. Il a eu soif. Обратите внимание еще раз. У глагола avoir пишется eu, произносится только eu. И vous avez été à Paris. Для кого быстро, будете смотреть потом в записи, медленнее выключайте и так далее. Легко. Но кто занимался, тому легко. Так что. А кто не занимался, то все впереди, и тоже будет легко. Упражнение. Скажите, пожалуйста, сделали это упражнение? Здесь у нас должны были быть с вами глаголы croire, oui, recevoir, je pense, oui, и voir. S'il vous plaît. Первое. Тут нужно было ответить и... легко все это. Ответить в отрицании и в утверждении. Первое. Что у нас было? Vous en cette fantaisie. Какая форма глагола? Пишу. Vous croyez. И сразу буду через дробь писать ответ. Нам главное тут форму было запомнить. Je crois или je ne crois pas. D'accord? Напишите, пожалуйста, плюс, если правильно это написали. Voilà, браво, Алия написала. Дальше, tu. Какой глагол тут? Пишите, пока у нас с вами небольшой такой, пауза такая между нами. Так что я могу уже писать, вы пока отвечайте. Tu. Moi, je vais écrire, tu vois cette dame. И ответ, je vois. Или «je ne vois pas». То есть это достаточно легко. «Je ne vois pas». Главная форма. Если написали правильно, ставьте плюсы. Угу. Елена плюс написала. Марина тоже. Супер. Дальше. «Il peut». Что тут? Тут интересно. «Il peut». Что написать тут? И тут мы пишем инфинитив, потому что после глагола pouvoir il peut croire en Dieu. И точно так же мы пишем il peut или il ne peut pas. То есть тут инфинитив пишется. Супер! Если правильно написали, пишите плюс, потому что многие, я думаю, постараются написать личную форму глагола, а тут она не нужна. Дальше elle, pardon, vous. Браво, Аля. Vous. Пишу я, vous croyez en l'amitié. Для меня было важно, что в этом моменте вы запомните, что после глагола croire, верить во что-то, будет предлог en. Voilà. Vous croyez en l'amitié. И давайте напишем ответ на nous, раз у нас вопрос такой, да? Nous croyons ou nous ne croyons pas. Génial. Ensuite, если написали правильно, плюсы. Вижу, Ирина написала. Браво. Дальше. Elle souvent chez elle cette personne. Что можем написать тут? Elle. Может быть, фраза не очень логична. Я хотела именно глагол recevoir. Elle reçoit, чтобы вы запомнили, что, как эта форма пишется, что там сидит. Elle reçoit souvent chez elle cette personne. Вопросительная фраза, да? И ответ «Oui, elle reçoit chez elle cette personne». Скорее для орфографии даже упражнение. Voilà. Если написали правильно, пишите плюс. Браво. Дальше. Elle, pardon, il. Il. Тут сейчас вопрос идет. Почему chez elle, почему reçoit? Потому что chez elle у себя дома. То есть она часто принимает у себя этого человека. То есть он часто к ней приходит. Ну, то есть у меня был, опять же, контекст того, что я читала книги про Монте-Кристо и так далее, там люди друг друга приглашают в гости, и вот там постоянно употреблялось это даже в русском тоже, в переводе будет то же самое. Так что, наверное, сейчас мы про себя не скажем, что я принимаю кого-то, мы скажем, я приглашаю часто к себе этого человека. Ну. Дальше, «Il». Какой мы поставим здесь глагол? «Il». Когда вам про спряжение говорила... Говорил, что voir quelqu'un, это значит, вот можно и с врачом, или вот с специалистом каким-то встречаться, то есть брать консультации. В значении
именно в этом глагол voir используется. Так что здесь il voit un spécialiste, то есть они кому-то ходят. Oui, il voit un spécialiste, но il ne voit pas deux spécialistes. Там уже в отрицании будет deux. И последнее. Ton fils de mauvaise note régulièrement. Какое тут будет у нас значение? Какой глагол? Reçoit. Voilà. Oui, il reçoit de mauvaises notes régulièrement. Non, il ne reçoit pas de mauvaises notes régulièrement. Как мы с вами делаем? Сейчас я вам задаю вопросы. Вы мне отвечаете. Сначала в утверждении. Потом я еще раз задаю те же вопросы, вы отвечаете в отрицании. И потом уже вы мне будете задавать вопрос. D'accord? Voilà. Напишите, пожалуйста, плюс, если задание понятно. Ну, мы с вами уже это делали задание, то есть много раз. Вам будет достаточно легко. Кто-то написал глагол prendre. У нас просто не prendre была тема. У нас была тема croire, voir и recevoir. И эти глаголы нужно будет сюда как раз-таки поместить. Первое, задаю вам вопрос. В утверждении вы отвечаете. Vous croyez en cette fantaisie? Tu vois cette dame? Il peut croire en Dieu? Vous croyez en l'amitié? Elle reçoit souvent chez elle cette personne? Il voit un spécialiste? Ton fils reçoit de mauvaises notes régulièrement? Еще раз задаю вам эти вопросы, а вы мне отвечаете уже в отрицании. Не забудьте, что у нас тут будет во фразе «il voit un spécialiste», в отрицании будет «de spécialiste». Всем ли понятно, почему «de spécialiste»? Это был у нас второй и третий урок. Если что, напишите комментарий. Итак, начинаю еще раз. «Vous croyez en cette fantaisie? Tu vois cette dame? Il peut croire en Dieu. Vous croyez en l'amitié. Elle reçoit souvent chez elle cette personne. Il voit un spécialiste. Ton fils reçoit de mauvaises notes régulièrement. Супер. Теперь вы мне задаете вопросы, я сначала отвечаю в утверждении. 3-4, вы первые. Oui, je crois en cette fantaisie. Дальше. Oui, je vois cette dame. Дальше. Oui, il peut croire en Dieu. Дальше. Nous croyons en l'amitié, oui. Дальше. Oui, il reçoit souvent chez elle cette personne. Дальше. Oui, il voit un spécialiste. И последнее. Oui, mon fils reçoit de mauvaises notes régulièrement. Еще раз вы мне задаете вопрос, я отвечаю в отрицании. 3-4, вы начинаете. Non, je ne crois pas en cette fantaisie. Дальше. Non, je ne vois pas cette dame. Дальше. Non, il ne peut pas croire en Dieu. Oui, nous croyons... Pardon, non, nous ne croyons pas en l'amitié. Дальше. Non, elle ne reçoit pas souvent chez elle cette personne. Дальше. Non, il ne voit pas de spécialiste. Дальше. Non, mon fils ne reçoit pas de mauvaises notes régulièrement. Напишите, пожалуйста, плюсы, если у вас получилось со мной делать этот... Получается, у нас 4 караоке было. Сначала 2 раза в утверждении. Сначала 2 раза со мной, а потом 2 раза с вами. То есть вопросы.
Voilà. Напишите, пожалуйста, что у вас получилось, потому что это очень важно. Если не получилось, если вы говорите медленно, значит, вы потом все это самостоятельно оттренируете, побыстрее попросите, попробуйте все это произнести, и потом со мной будете делать это караоке. У Ирины получилось, у Людмилы получилось, у Анны получилось, у Татьяны получилось. Гениально. У Али тоже. Браво. Ensuite, on continue. Voilà, у Ирины тоже. Дальше. Passé composé. Я поставила уже passé composé. От вопроса, pardon. Что у нас получилось? En quelle année vous avez... Pourquoi tu... У меня было tu или vous вот, в документе. Уже не помню, что у нас тут два варианта. Оставлю вы. Главное, что тут именно глагол visiter. Vous avez visité Paris pour la première fois. En quelle année vous avez visité? Или же можно en quelle année tu as visité? Вот так. Tu as... Напишу как второй вариант. Visité Paris pour la première fois. Второе. Il a su s'il est ici aujourd'hui... Ah, pardon. Tu as su s'il est ici aujourd'hui? Ты знал, здесь ли он сегодня? Vous avez beaucoup télétravaillé en mars? Здесь важно было вот это beaucoup, которое стоит посерединке. Ensuite, tu as eu une réunion ce matin. Tu as eu une réunion ce matin. Ensuite, tu as téléchargé tous les documents. Vous avez été avec votre père. Vous avez été avec votre père. Скажите, пожалуйста, все ли вы правильно поставили? Если правильно вы поставили эти предложения passé composé, здорово. И можете ответить самостоятельно уже, например, про Париж. Я могу сказать, что, например, j'ai visité Paris en 2009 pour la première fois. En 2009. И так далее. То есть вы для себя отвечаете, чтобы ваши ответы уже были более персональны. Потому что вы уже достаточно хорошо с ними справляетесь. Это уже достаточно легкие фразы. Тут ни одной нет той, которую мы не видели с точки зрения тоже вокабуляра и так далее. J'espère que... Жду ваших плюсов, чтобы дальше пойти. J'espère que ça marche. On y va. Ensuite... Accordez et répondez aux questions. Согласуйте и ответьте на вопросы. Marie est venue ce soir. Поставили «e». Давайте прочтем после меня. Marie est venue ce soir. «E» à la fin. Ответ. Oui, elle est venue ce soir. Повторяйте. Oui, elle est venue ce soir. Il est non, elle n'est pas venue ce soir. Следующее. Tes parents sont allés à la campagne finalement. Еще раз. Tes parents sont allés, est-ce que c'est, à la campagne finalement. Ответ. Oui, ils sont allés à la campagne finalement. Non. Ils ne sont pas allés à la campagne, finalement. Нам, естественно, это не будет звучать, но нам главное вот эту фразу построить и больше артикулировать. Когда вы будете с людьми говорить, oui, ils sont allés, там, или sont allés, то есть можно вообще на местоимение заметить чуть попозже. Сейчас нам нужно больше проартикулировать с вами. Дальше следующее. Elle est tombée ici, e на конце, elle est tombée ici. Oui, elle est tombée ici. Une quinze. Non, elle n'est pas tombée ici. Vous êtes monté après et tout on a e entre parenthèses et s entre parenthèses parce que nous ne savons pas qui est vous. Vous êtes она, vous êtes il или vous êtes несколько человек. То есть я здесь все поставила в скобки. Ответ. Ответ уже нет вариантов. Я поставила. Nous sommes montés s на конце après. Nous ne sommes pas montés après. Два варианта ответа. Дальше. Ton père est descendu? Ton père est descendu? Oui, il est descendu. Non, il n'est pas descendu. Нет никакого у нас согласования. Потому что il это masculin. Дальше.
Elle est née alors. То есть, когда пообещаешь, тогда я родилась. Elle est née alors. Oui, elle est née alors. Non, elle n'est pas née alors. И тут у нас «e» на конце, видите? «Né» и «né». Следующее. Toutes les plantes sont mortes. Все растения умерли. Toutes les plantes sont mortes. Oui, elles sont mortes. Non, elles ne sont pas mortes. И последняя фраза. Tu es passé. Видите, «e» в скобках, потому что не знаем, кто «tu» это. Tu es passé à la pharmacie cet après-midi. Oui, je suis passée à la pharmacie cet après-midi. Il est jeune. Non, je ne suis pas passée à la pharmacie cet après-midi. Тут уже внизу не влезла. Большой слишком слайд. Je ne suis pas passée à la pharmacie. Напишите, пожалуйста, все ли у вас правильно. То есть у нас с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 фраз. Напишите, пожалуйста, сколько у вас правильных фраз. Даже если мы не слышим, как мы согласуем, а часто мы не слышим, то все равно нужно написать это. Где женский род? Это все логично. Где мужской род? И так далее. J'espère que ça marche. Татьяна правильно все написала, молодец. Думаю, что, в принципе, если время у вас было поразмышлять, то все будет правильно. Да, у Людмилы 8 тоже. Молодцы. On y va. Следующее. Avoir ou être. Avoir ou être. Читаем эти вопросы за мной. И вы повторяете. Потом скажете, сколько из них вы правильно сделали. Tu as pu le faire. Ты смог это сделать? Tu as pu le faire. Дальше. Pierre est allé au bureau. Pierre est allé au bureau. Вот тут ты. Пропущено. Pierre est allé au bureau. Дальше. Vous êtes resté à la maison pour télétravailler. Тоже ES остается. То есть мы не знаем, кто такие вы. Ensuite, vous êtes tombé par hasard. Vous êtes tombé par hasard. Elle a fait son travail. Elle a fait son travail. Ensuite, tu as sorti la poubelle. Ensuite, nous avons acheté cette tablette. Nous avons acheté cette tablette. Cela a été intéressant. Cela a été intéressant. Tu as eu chaud. Tu as eu chaud. Elles sont descendues les dernières. И последнее, обратите внимание, куда bien у нас пошло. Vous avez bien passé les vacances. Vous avez bien passé les vacances. Скажите, пожалуйста, сколько правильных у вас здесь? То есть у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 предложений. Сколько вы написали правильно из 11? Надеюсь, что все. Тут главное нужно было выбрать правильный глагол связка и правильный партий пассе. Теперь вы мне задаете вопрос. Вы первые, я вам отвечаю в утверждении. Потом вы мне еще раз задаете вопрос, и уже я отвечаю в отрицании. D'accord? Если готовы, напишите плюсы. Вижу уже ответы пошли по тому вопросу, сколько правильных. У Анны 11. Больше никто не пишет. А у Людмилы тоже 11. Ну, молодцы, все правильно, здорово. Давайте начнем. Вы первые. Сейчас я просто буду делать паузы. Не буду ни хлопать, ни топать, ни говорить дальше. Вот. Просто буду делать паузы. Вижу, что у Елены тоже 9. Неплохо, неплохой результат. У Людмилы просто плюсик. Вуаля. Супер. 3-4. Начинайте. Oui, j'ai pu le faire. Oui, il est allé au bureau. Oui, je suis restée à la maison pour télétravailler. Oui, je suis tombée par hasard. Oui, elle a fait son travail.
Oui, j'ai sorti la poubelle. Oui, nous avons acheté cette tablette. Oui, cela a été intéressant. Oui, j'ai eu chaud. Oui, ils sont descendus les dernières. Oui, j'ai bien passé les vacances. Напишите, пожалуйста, плюсы, что получилось, чтобы я была уверена, вот без всяких моих знаков, хлопков и стука, что у вас получается со мной ритм в один войти. Напишите плюс. И если все хорошо, то мы дальше продолжим точно так же. Теперь я буду отвечать в отрицании. D'accord? Voilà. Mm-hmm. Надеюсь, что да. Mm-hmm. Super. 3-4 опять. Вы мне задаете те же вопросы, работаете над интонацией. Вверх поднимаете, вытягиваете, все хорошо. Когда вы задаете вопрос, у вас должно быть такое осознание того, что вы чувствуете, что это за вопрос, и вот прям вы действительно хотите узнать мой ответ. Нива. 3-4, начинайте. Non, j'ai pas pu le faire. Non, Pierre n'est pas allé au bureau. Non, nous ne sommes pas restés à la maison pour télétravailler. Non, je ne suis pas tombée par hasard. Non, elle n'a pas fait son travail. Non, je n'ai pas sorti la poubelle. Non, nous n'avons pas acheté cette tablette. Non, ce n'a pas été intéressant. Non, je n'ai pas eu chaud. Non, elles ne sont pas descendues la dernière. Non, je n'ai pas bien passé les vacances. Женя, вижу, что у всех получилось, у Марины, у Веры, у Елены всем писали плюсы, браво. Сейчас я задам вам вопрос, вы отвечаете сначала «вы», а потом «ну». Ну, второй раз уже прочту. Сейчас пока только утверждение. Начинаем. Tu as pu le faire? Pierre est allé au bureau? Vous êtes resté à la maison pour télétravailler? Vous êtes tombé par hasard? Elle a fait son travail. Tu as sorti la poubelle? Nous avons acheté cette tablette. Cela a été intéressant? Tu as eu chaud? Elles sont descendues les dernières? Vous avez bien passé les vacances? И теперь еще раз, те же самые вопросы. Немножко побольше вам времени буду давать. И вы будете отвечать в отрицании. То есть там подлиннее. Можете отвечать с «ne», можете отвечать без «ne». То есть «j'ai pas pu», «je n'ai pas pu», как хотите. On y va. «Tu as pu le faire?» Pierre est allé au bureau. Vous êtes resté à la maison pour télétravailler? Vous êtes tombé par hasard? Elle a fait son travail. Tu as sorti la poubelle? Nous avons acheté cette tablette. Cela a été intéressant? Tu as eu chaud? Elles sont descendues les dernières? Vous
Vous avez bien passé les vacances? Et voilà. Напишите, пожалуйста, да, если получилось, то по-французски oui. Но если плохо получилось, чтобы я уже от ваших плюсов немножко дифференцировала. D'accord? То есть все хорошо получилось, скорость нормальная, значит пишем oui. Если было немножко быстро для вас, пишем no. Mais je pense que ça va marcher. То есть не было слишком быстро, как мне кажется, совсем. On continue, продолжаем. Продолжаем. Сейчас я тут удалю мои комментарии пока. Тоже ожидаю ваших ответов. Так. Super. Oui, Людмила. Oui, Анна. Браво. Сейчас у нас есть с вами список глаголов, которые формируют passé composé с être. Давайте их напишем с вами. Пишите все, что вспомните. Сейчас в чат. И потом я покажу вам список. Никуда не смотрите. Если вы сейчас куда-то посмотрите, это не будет никакого абсолютно смысла иметь. Мы должны с вами их написать здесь. Pas facile, Vera? C'est facile. Un peu vite. Ничего страшного. Je suis Thomas. Presque oui. Ну, то есть вы эту запись пересмотрите. Во-первых, она будет сохранена в Фейсбуке. А во-вторых, когда мы ее скачаем с Zoom, мы еще ее поместим для остальных на YouTube. Так что она будет у нас вся. Потом еще будет у нас на платформе новая. Она, если кто-то на платформе учится, всем она будет доступна. Так, жду ваших ответов. Сама не буду писать, потому что жду прям. Много-много пишите. Все, что вспомните. Все, что вспомните, пишите. Я сейчас начну печатать то, что вижу уже. Алле, вижу, у нас написала Дарья. Было их много достаточно, около 20, если мы будем еще взять, брать производные. Tombé, bravo. Partir. Passer. Rester. Voilà, encore. Double S, осторожнее. Mourir. Кто-то очень-очень любит пропускать буквы, я смотрю. Прежде чем нажать на «Отправить», посмотрите, правильно ли орфография. Naître. У кого-то нет accent circonflexe. Naître. Дальше. Venir. Sortir. Génial. Sourire. Non. Non. Descendre. Devenir, génial. Tomber уже было. Tomber уже было вверху. Помните еще антонимы от этих глаголов у нас тоже есть. Я вам писала таблички. Rester, oui. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 пока. Devenir уже было. Revenir не было. Пишем revenir. Devoir, non. C'est avec le verbe avoir. J'ai dû, j'ai pu, etc. Модальные глаголы. Naître уже было, Ирина. Посмотрите. Посмотрите список. Aller, tomber, partir, passer, rester, mourir, naître, venir, sortir, descendre, devenir, rester, revenir. Rester два раза даже написала, так что удаляю. Voilà. Rentrer, retourner. Bravo. Rentrer, retourner, monter, monter, repasser, mais bon, repasser, je vais écrire là, où il y a, repasser, ça va, repasser ce qu'on passait. Je pense que c'est tout, oui ou non. Encore, 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 il y a. Rentrer было, а entrer, entrer не было, по-моему. Voilà, entrer, voilà, arriver. Arriver, sortir нет тут? Sortir уже есть. Voilà. Мне кажется, это уже все, давайте прочтем. Aller, tomber, partir, passer, rester, mourir, naître, venir, sortir, descendre, devenir,
rentrer, retourner, revenir, monter, entrer, arriver. Нет, réveiller – это глагол avoir. Посмотрите предыдущие уроки, маленькие видео по passé composé, которые я записывала. Теперь, ну то, что касается глаголов aller – это глагол третьей группы, но у него очень легкий participe passé. Tomber, passer, rester, rentrer, retourner, monter, entrer, arriver – очень легкий participe passé, мы их не будем брать. А давайте сейчас вы мне напишите, например, participe passé du verbe partir. Да? Напишите, пожалуйста, что это будет такое. Дальше. Глагола mourir. Никуда не смотрим, пожалуйста. Глагола naître. Вспоминаем. Главная наша задача с память потренировать. Валя, parti, parti, браво. Мор, супер. Дальше глаголы venir. Угу, правильно. Дальше глаголы sortir. Дальше глаголы descendre. Глаголы devenir. Глаголы revenir. Браво. И c'est tout. Voilà. Сейчас читаем с вами как раз-таки только эти глаголы и их participe passé, чтобы они нам лучше запомнились. Partir. Parti. Посмотрите, как Десандра пишется, осторожнее. Mourir. Mort. Naître. Né. Venir. Venu. Sortir. Sorti. Descendre, descendu. Devenir, devenu. Revenir, revenu. От одного до ста напишите, пожалуйста, как хорошо вы выучили participe passé глаголов. Не только этих, а вообще, потому что у нас было много достаточно их. От одного до ста. И все вот эти вот сложные тоже глаголы, к сожалению, у нас прям нет возможности все их проверить. И все равно, я знаю, что все мы так быстро не запомним, но все же от одного до ста любую какую-то вот свою оценку дайте. Неважно, что это прям не совсем будет точно, но я уже буду понимать, как. Эти глаголы у нас впрягаются с être. Мы сейчас еще будем нюансы видеть с вами. Но когда они впрягаются с être, там нужно обязательно согласовывать. Вроде и в числе. Мы только что с вами тоже тренировали этот момент. Супер, Марина, 100, Татьяна 100, Дарья 99, 70, Capri Vacation, 80, Анна, Вера 85, супер, 99, Людмила, браво, вы молодцы. И вот они у нас, aller, partir, venir, entrer, sortir, passer, retourner, revenir, entrer, monter, descendre, naître, mourir, tomber, devenir. Мы ничего с вами не забыли, даже больше, по-моему, назвали еще с вас, je oublie le mot, с производными. Дальше. Напишите, пожалуйста, мне пары, не пары, вот, то есть глагол, который, глаголы, которые спрягаются у нас, и savoir, и s'être. А потом я с вами, вам расскажу, как они переводятся, если вдруг подзабыли бы. Какие глаголы у нас могут формировать passé composé и savoir, и s'être? Опять буду за вами повторять. Отдельное видео на эту тему по passé composé есть в нашем плейлисте грамматикума, и также оно есть на странице этого урока в слайдере, там есть слайдер с видео. Passé. Правильно, вот нас пишет Капри, что это passé. Тоже его напишу. Passé может приводиться, когда с être, как заходить куда-то быстро.
или проходить мимо чего-то. А также это можно проводить время, проводить каникулы или передавать мяч, соль и так далее. То есть когда мы сами проводим, когда мы сами проходим куда-то, заходим, это с être, когда мы что-то передаем или проводим время, это с avoir. Дальше, descendre. Descendre – спустить что-то или спуститься самому. Monter – поднять что-то или подняться самому. Sortir – вытащить что-то, выгулить собаку или выйти самому. Так, descendre – было уже другие какие-то глагольчики, пожалуйста. Еще было что-то у нас. Entrer – entrer – можно самому войти, а можно ввести какие-то данные. В компьютер, вот это entrer будет. То же самое у нас с rentrer, правильно? Entrer. Voilà. То есть можно вставить шкаф на место, а можно самому домой вернуться. Скажите, пожалуйста, от 1 до 100, как эта тема вам понятна? Что вы понимаете абсолютно разницу между глаголом «провести время» или «самому куда-то зайти» или «пройти мимо дома»? Спустить чемодан вниз – или самому спуститься вниз, потому что вас ждет такси. Удаляю. Сейчас покажу вам список, который у меня был. Вуаля, retourner еще забыли, да? Возвратить что-то, например, предмет, который вы задолжали, машину вернуть на стоянку, например, в гараж и так далее. Или же возвратиться самому откуда-то. Вот у нас entrer, rentrer, passer, repasser, sortir, sortir, monter, remonter, descendre, redescendre, retourner. Супер! Молодцы! Молодцы! 100% Дарья у нас хорошо учится. Здорово! Appeler никогда не спрягается с глаголом être. Никогда. Дальше. Наш сегодняшний урок. Это урок, который называется «Je j'adore voyager». Я люблю путешествовать, я обожаю путешествовать. И давайте начнем с вами с возвратных глаголов. У нас сегодня с вами задача именно на них сконцентрироваться. Это последний именно аспект, который входит в тему «passé composé». Мы с вами смотрели видео про возвратные глаголы, при «passé composé» возвратных глаголов, которые я публиковала у нас в YouTube и, разумеется, на нашей странице вот этого урока, потому что это главная тема грамматическая. Так вот, у нас есть 3 типа возвратных глаголов. Я вам говорила, что это глаголы собственно-возвратные, то есть вот когда, например, вот здесь вот «endormir», можно кого-то усыпить, например, если я буду очень скучно что-то рассказывать, вы заснете. Вот это значит усыплять кого-то. Песня может усыпить кого-то колыбельно и так далее. И если я сам засыпаю, то это s'endormir. Точно так же, например, глагол laver, который, например, всегда можно кого-то помыть, а можно помыться самому. И так далее. То есть это глаголы, которые вот можно делать по отношению к кому-то и по отношению к собой. Они называются прям классические возвратные глаголы. Дальше есть возвратные глаголы в пассиве. Это платье стирается легко или стирается вручную, это так не делается и так далее. Вот такие глаголы еще есть. И третьи, у которых форма возвратная, но они возвратными не являются. Это, например, глагол со сувенир, нет глагола сувенир. Так вот, мы берем с вами только вот эти глаголы. Взаимовозвратные, когда, например, два человека друг другу действие какое-то совершают, мы не берем. Так вот, почему? Потому что в этих глаголах, в первых 3 типах, которые я только что назвала, идет простое согласование, как и просто в глаголах, которые формируют passé composé être, по роду и числу. То есть вы понимаете из моей вот этой вот мысли, что у тех глаголов, которые взаимовозвратны, есть какие-то абсолютные нюансы. Но мы их потом с вами когда-нибудь обсудим, я расскажу. И бьям-бьям-бьям. Давайте посмотрим, что у нас тут будет. То есть je me suis. Je me suis. Endormi, ставим в скобках «э». Я заснул, я заснула, ставим в скобках «э», потому что не знаем, кто такой «je». Дальше, tu t'es endormi, то же самое. Il, elle s'est endormi, ou il будет il s'est endormi. И, ou elle, «э» на конце. Поставлю вот так, потому что вместе две формы. Nous, nous sommes endormi, ставлю «э» в скобках, потому что «ну» может быть и две девушки, а может быть и мужчина с девушкой, и так далее. Ну вот то, что это множественное число, это абсолютно точно. И мы ставим S. Vous vous êtes endormi, может, если один мужчина про себя так сказал, мы про мужчину сказали так, то это vous vous êtes endormi, ничего не будет. Если бы мы сказали так про одну женщину,
было бы вот так. И, разумеется, ву может обозначать и множественное число. Поэтому оба, и ø, и s стоят в скобках. Дальше. Ils se sont endormis. Это точно в обоих ситуациях будет множественное число s, но в мужском роде это только s, а в женском это будет только ös. Правильно? Так вот, я напишу тогда окончания такие. Вот в этом случае s и сбоку ös для женщин. Вот так. D'accord? Давайте прочтем. Je me suis endormi. Tu t'es endormi. Il s'est endormi. Elle s'est endormie. Nous nous sommes endormis. Vous vous êtes endormis. Ils se sont endormis. Elles se sont endormies. Скажите, пожалуйста, от 1 до 100, насколько хорошо вы поняли принцип согласования? Потому что когда мы мужской род видели с вами, я вам это... Ой, не мужской род, а глагол, который формирует после композиции «être», я вам тоже это объясняла. Вот. И сейчас еще раз, и лишний раз, я думаю, все равно пока нужно это сделать. Мы с вами всего несколько занятий этим занимаемся. И этому не всегда очень много внимания уделяют, так что вот я концентрируюсь на этом. Скажите, пожалуйста, вот от 1 до 100, удалось ли мне вам эту мысль до конца донести и вот показать, что вот эти скобки, для чего они нужны, чтобы вы потом сами, когда будете работать, ориентировались в этом. Пока удаляю и посмотрим это в отрицании. У Ирины 100%, это здорово. Угу. Вижу, летят лайки, спасибо, это очень приятно. Дарья 100, Капри 100, браво, браво, браво. И смотрите, пожалуйста, в отрицании. В отрицании, Людмила тоже 100. Но ставим перед глаголом, па после глагола связки. У Анны тоже 100. И это будет трудно нам произносить, потому что много всего. Сейчас мы с вами это произнесем еще раз, чтобы потренироваться. И с ne pas, и просто с без pas, pardon, без ne, только с pas. On y va. La première phrase. Je ne me suis pas endormi. Tu ne t'es pas endormi. Il ne s'est pas endormi. Elle ne s'est pas endormie. Vous ne vous êtes pas endormi. Ils ne sont pas ne se sont pas endormis. Elles ne se sont pas endormies. Теперь без ne. Je ne me suis pas endormi. Tu t'es pas endormi. Il s'est pas endormi. Elle s'est pas endormie. Nous nous sommes pas endormis. Vous vous êtes pas endormis. Ils se sont pas endormis. Elles se sont pas endormies. Дома пытайтесь наращивать ритм. Если совсем трудно произнести, язык путается, и губы путаются, и все мешает, берете пробку, вставляете пробку, как я вам показывала, вот между зубов, можно взять потоньше, чтобы было удобнее, и повторяйте это по слогам и увеличивайте ритм. Потом вытаскиваете пробку и опять с медленного до быстрого ритма пытайтесь все ускоряться. Если вдруг уже не получается, то значит опять замедляетесь, и опять произносите медленно, а потом уже ускорять. То есть не надо это оттренировать уже на большой скорости. Сначала на маленькой, потому что, ну, чтобы вот не затренировать это и не, чтобы не было вам трудно. Скажите, пожалуйста, отрицание как у вас? По 100-бальной шкале тоже как у вас с отрицанием? Потому что это тоже важно, и это сложно. Я вот согласна с этим, что сложно. Если я когда начинаю задумываться над этим, мне кажется, что это... сложно. Когда вроде говоришь «нет», вот к этому нужно привыкнуть, чтобы до автоматизма, потому что если вот так вот мне скажут много-много глаголов проспрягать, я, скорее всего, запутаюсь. А так вроде бы говоришь «je ne suis pas endormi» и так далее, «je ne suis pas endormi». Не думаешь, вроде получается. Но этого нужно добиться только многократным повторением, так что вы должны через это пройти. Валя, у Анны 100, у Елены тоже 100, молодцы.
Вижу. Вот, смотрите сейчас, что мы с вами будем делать. Это у нас последнее с вами упражнение, которое мы вместе должны сделать, потому что у нас не будет с вами возможности проверить его, потому что на следующей неделе у нас уже занятий не будет, но сегодня последнее занятие, так что мы с вами все должны сейчас и сделать, и проверить. Вижу, что у нас Дарья прям 97, очень точное такое число. Давайте я вам буду давать по несколько секундок на каждую фразу, и мы с вами будем ее заполнять вместе. Глагол avoir поставьте, пожалуйста, в passé composé и напишите его в чате. Если вы смотрите это в записи, значит, вот пока не напишете, можно прям сразу, мне кажется, все сделать, или если интересно, потому что я сейчас буду, в принципе, много давать времени, пишите, проверяйте, не ждите, не смотрите ответов до этого момента. Такое уже вижу, ответы пошли, молодцы. Пишите дальше, если вдруг вы уже закончили. Так, да, tu as eu froid, exactement, tu as eu froid, и ответ. Ответ, если да, что у нас будет? Я начинаю писать, пока вас жду. Конечно же, лучше писать с местоимениями. J'ai eu и je n'ai pas. Eu и j'ai pas eu, то есть без «не». Дальше. Qui. Дальше ставите глагол в passé composé везде. Мы ставим все в passé composé. Пишу, ожидая вашего ответа. Qui a monté l'armoire? Ответ. Можем что придумать? Кто у нас шкаф построил? Не построил, а собрал. Давайте мой брат, мон фрер. Тут самое главное, что у нас глагол monter стоит для подлежащего qui в третьем лице единственного числа qui a, d'accord? A, monter, там то же самое будет, d'accord? Дальше, это уже сложно. Что тут будет? Подожду вашего ответа. S'occuper. Как будет в passé composé? Я даже это напечатаю, что это, блин, будет длинно прям. Ты, браво, только у нас ES, да? Tu t'es occupé. И опять же, мы не знаем, кто такой tu, поэтому ставим entre parenthèses. Tu t'es occupé des enfants. Génial. Tu t'es occupé des enfants. И ответ. Ответ какой будет? Не забывайте согласование. Все пишут, в принципе, правильно. Но как? Надо согласовывать. Ирина, что с порядком слов? Только что спрягали. Куда-то вы не туда все поставили и не согласовали вот это возвратное местоимение. Глаголы возвратные все формируют passé composé с être. Ответ. Je me suis occupé. Может быть, это девушка, а может быть и мужчина. Je me suis occupé. И в отрицании. Если не занялась или не занялся, что будет, если мы не занялись детьми? Вопрос на ты, значит, ответ на же.
Дарья импровизирует, но не слушает абсолютно. Дарья, что я сказала? С каким возвратный глагол спрягается глаголом? И порядок слов какой-то, и что-то еще вы там доставили. То есть нужно быть внимательными, если вы уже к чему-то привыкли и не хотите новые какие-то элементы запоминать, то окей. А так, в принципе, лучше, конечно, ориентироваться на то, что я даю. Так, супер, voilà. Написала Капри, написал je ne me suis pas occupé. И опять же мы согласуем, несколько раз повторяем мы тоже. Дальше. Мы, Ирина, правильно, только вопрос на «ты» не может ответ быть на «или». «Вы» — следующее. Инара, а еще раз повторяю, все возвратные глаголы формируют passé composé с «être». Что будет здесь у нас? Пишу, ожидая вас. Vous êtes passé. Тут зайти на почту. Ой, пардон, на жемлилево. На зайти в аптеку. Это зайти. А когда у нас зайти, значит, это будет глаголом être. Ответ какой будет? Ответ дайте на ну, пожалуйста. Super, Capri. Très bien, très bien, très bien. Вот уже вижу, что человек прям все запомнил и все слушает. Ответ на «ну» будет. Пока вас жду. «Ну» или на «je», «je suis passé», да. «Ну» я на «ну» напишу. «Je», pardon, «nous sommes passé». Неизвестно, кто такие эти «passé», правильно? Так что я «e» в скобочках напишу и «s». «Nous sommes passé» или же в отрицании. Попробуйте в отрицании, пожалуйста, написать. «Je ne», pardon, «nous», «Ne sommes pas passé». И точно так же «e» напишу в скобках, а «s» точно. Супер. «Passé» дальше в другую сторону. Ensuite, вот это предложение, пожалуйста, «passé composé» мне напишите. Вопрос здесь с подвохом. Не все так просто в этом предложении. Пишу пока. Подвох состоял в том, надеюсь, вы его заметили, я сейчас увижу ваши ответы. И la déjà, сначала déjà нужно поставить, а потом только sorti. Никто не заметил моего подвоха, и это очень плохо. У вас должна рука не подняться на то, чтобы написать без déjà. У нас было несколько как раз-таки с вами упражнений на то, куда ставить déjà, beaucoup, assez и так далее, когда у нас passé composé. Кто-нибудь напишет? Надеюсь, пока никто не написал. Дальше, ответ. Напишите, пожалуйста, мне ответ. Желательно полный. Son chien не добавляйте. В отрицании, в утверждении, как это будет? Вот ответ на этот вопрос. В отрицании, в утверждении. В отрицании я пишу. Полностью, пожалуйста, тоже вы. Или. Или. Жду вашего ответа. Браво, Дарья. Il a déjà sorti. А в отрицании как будет? Полный ответ отрицания напишите мне. Тут тоже подвох. Обратите на это внимание. Попробуйте перевести в русский, и вы поймете, что что-то тут не так. Если вы бездумно хотите сейчас отвечать на вопросы, я вам рекомендую перевести ответ в отрицании на русский, и вы поймете, в чем. Пока никто не перевел, и вот как я думала, так и вижу ответы. Подумайте, пожалуйста. Нет, именно déjà, а в отрицании будет... Хорошие попытки, но не туда. Вуаля, Юля. Pas encore.
То есть у нас получается, il a déjà sorti, non, il n'a pas encore sorti son chien. Понятно, почему n'a pas encore? Вот. То есть, когда бы вы сразу подумали, написали и подумали это по-русски, вы поняли, что déjà не пойдет точно. Напишите, пожалуйста, плюс, что все понятно. И что вы согласны с тем, что нужно чуть-чуть подумать, прежде чем написать. Je, Дарья, у вас одно местоимение «или», а потом идет глагол для «je». Внимательнее. Я вас прошу только о внимательности. Это очень важно. Super. Дальше. Вот тут у меня Венера. Ну, ставьте в пассе композе. Ну, нам не нужно вот это. А? Буду писать уже. Nous sommes venus. Опять «э» в скобочках, а «э» ставлю точно. Nous sommes venus à l'heure. Nous sommes venus à l'heure. И ответ мне тоже напишите, пожалуйста. А мы вовремя вообще пришли? Да, вопрос такой. Да, мы пришли вовремя. Нет, мы пришли не вовремя. Угу. Вижу. Nous sommes, в принципе, повторяю, venus à l'heure. Ну, не. Sont pas venus. Alors. Bien. Тут у нас будет сейчас сложненько с вами. Потому что это глагол сопли. Пока вы ничего не пишете, напоминаю. Все глаголы возвратные формируют по всякому позе с каким глаголом? С être. Мы проходим те глаголы, где нужно согласовывать. И вспомните, какой порядок слов в отрицании. И теперь можете отвечать. Сначала зададим вопрос. Давайте, а потом отвечайте. В утверждении и в утверждении, что у нас еще есть. В отрицании. Что с вами? Ils se sont appelé, S на конце. Ils se sont appelé, они созвонились, они друг друга позвали, мы не знаем в контексте. Без контекста, что это значит точно. Браво, Татьяна, супер. Да, ils se sont appelé, S à la fin. И в отрицании, то есть мы, когда скажем oui, ils se sont appelé, это в утверждении, а в отрицании как будет, напишите, пожалуйста. В отрицании. Я пишу. Надеюсь, что вы не увидите. И увидите уже, когда сами напишите. Угу. Тут нет, Дарья, вариантов. Иль всегда мужского рода. Там нет вариантов женского рода. Ils se sont, ils ne se sont pas appelés. Тут без вариантов. Только S. Молодцы, если написали правильно. Дальше. Следующее. Elle, как хотите. Descendre, monter. Давайте descendre возьмем, он посложнее. С точки зрения participe passé. Они на первый этаж спустились. Пока пишите, я вам расскажу еще. У нас, не у нас, а во Франции. Первый этаж это rez-de-chaussée. Я недавно делала публикацию в Инстаграме. Там есть такое изображение лифта. И я показывала, что когда вы хотите на первый этаж спуститься, нужно нажать на кнопку RC. То есть это значит rez-de-chaussée. А первый этаж это будет уже второй по-русски. И в этом бывает сложность. У нас одна девушка не могла к нам попасть в русское, ученица, когда мы жили, когда мы ездили на каникулы во Францию, потому что она посмотрела описание квартиры на русском, как-то так получилось. И на русском там переведены, наверное, автоматически, что, например, я уже не помню, квартира находится на 4-м этаже. Но когда она зашла в лифт, ей нужно нажать было 3-й. Или как-то там было то, что на последнем этаже этажей было 4. Я уже не помню. В общем, она стучалась в другую дверь ниже этажом. Вот, это было интересно.
Вижу. Ils sont descendus ES на конце. Кто написал ES, те большие молодцы. И написали ES практически все. И ответ пишите, пока я пишу вопрос только. Ils sont descendus. И, в принципе, ответ. Elles sont descendues. Elles ne sont pas descendues. Думаю, это уже легко. Следующее. Вы все красиво прописываете у себя в тетрадочках, все вот прям аккуратненько. Vous, глагол être passé composé. Пишу. Vous avez été. Voilà, Capri, bravo. Vous avez été aux États-Unis. Ответ. Пишите ответ, пожалуйста. Отрицание в утверждении. Это будет. Надеюсь, вы написали. J'ai été или je n'ai pas été или avec nous вы можете, да, или же вот без j'ai pas été. Как вам будет угодно. Глагол être формирует passé composé с avoir. У нас не было в списке, помните, мы с вами только что делали список того, тех глаголов, которые формируют passé composé с être, а потом еще те, кто с être и с avoir одновременно. И там не было глагола être ни в одном из этих списков. Дальше. Вчера весь день шел дождь, как мы скажем. Вчера весь день шел дождь. Браво, Ирина. Жду вашего ответа. Да. Il a plu. Voilà. Il a plu toute la journée. Oui, il a plu toute la journée. Или il n'a pas plu. Или il a pas plu. То есть все это достаточно уже должно быть. Il a pas plu. Вот так напишу. Il a pas plu. Дальше. Devoir. Стоило ли действовать таким способом, да? Пришлось ли действовать таким способом? Пишите. То есть тут у нас будет апостроф. И j'ai dû. И обязательно с домиком. Кстати, его даже когда-то, года два назад, начали говорить, что его не обязательно писать, но я все-таки за то, чтобы писать, потому что если без него мы можем это чисто технически спутать с партисипом, ну, с партисипом пассе, с артиклем партитивным, вот это вот «j'ai dû» и так далее, и еще можем, например, с артиклем «contracté», например, «je suis du Canada» тоже, да? Voilà. И отвечаем «Oui, j'ai dû» или «Je n'ai pas dû». Напишу вам сложнее, которые. И последняя фраза. Это глагол у нас «se souvenir». Напишите, пожалуйста, быстренько, а что это за такой... У нас было с вами три типа, про которые мы сегодня с вами говорили. Это какой тип глагола? У нас есть несколько их, что вот вы запомнили. А потом ставьте его вопрос, да, как... Все по правилам, чтобы было. И можете уже отвечать. У нас с вами такая достаточно большая разница во времени. Что могу тут концентрироваться на разных моментах. Жду пока ответа на вопрос, какой тип глагола. Юля уже даже написала форму. Я тогда форму пока напишу, чтобы время не тратить. Tu es souvenu. И абсолютно верно, что у нас тут «e» в скобочках. Ответ сразу пишите. Oui, вижу, что Ирина уже ответ. Je me suis souvenu. Ее в скобках поставим. Какой тип глагола это? У нас есть собственно возвратные глаголы, возвратные в пассивной форме, и которые только возвратные по форме. Какой же это глагол? Очень интересно.
Обратите внимание на то, что ce souvenir de, всегда de после него будет стоять. Это тоже очень важно. Мы с вами говорили об управлении глаголах, то есть нужно учить глаголы сразу с предлогами, чтобы это было. Так что вы видите новый глагол и сразу же, вот увидели мы сегодня ce souvenir. Сделайте пару предложений о себе. Je me suis souvenu de mon enfance. Я вспомнила о моем детстве. Или je me suis souvenu de, там, не знаю, de mon, d'un ami, об одном друге. То есть вот сразу же какие-то... И вы поставьте имя друга, чтобы это было совершенно лично. Никто не пишет. Это глагол, который только по форме возвратный, но и так возвратным не является. И что примечательно для этих глаголов, то, что глагол без вот этого местоимения возвратного не существует. Souvenir, нет такого глагола, только ce souvenir. Я вам давала пример такого же глагола в русском языке, как улыбаться. И глагола улыбать нет в нормальном русском языке. Давайте с вами прочтем эти вопросы. И вы повторите за мной. Tu as eu froid? Тут я eu забыла, да? Tu as eu froid? Ответ. Oui, j'ai eu froid. Non, je n'ai pas eu froid. Дальше. Qui a monté l'armoire? Qui a monté l'armoire? Ответ. Mon frère a monté l'armoire. Voilà, ответ. Mon frère a monté l'armoire. Интонацию неправильно сделала. Дальше. Tu t'es occupé des enfants? Tu t'es occupé des enfants? Заняться кем-то чем-то, это тоже deux. Тут deux plus les, des enfants. Ответ. Oui, je me suis occupé des enfants. Non, je ne me suis pas occupé des enfants. Следующее. Vous êtes passé à la pharmacie? Vous êtes passé à la pharmacie? Oui, nous sommes passés à la pharmacie. Non, nous ne sommes pas passés à la pharmacie. Il a déjà sorti son chien? Oui, il a déjà sorti son chien. Non, il n'a pas encore sorti son chien. Nous sommes venus à l'heure? Oui, nous sommes venus à l'heure. Non, nous ne sommes pas venus à l'heure. Attendez. Il... Тут я сон забыла. Ils se sont appelés. Ils se sont appelés. Oui, ils se sont appelés. Non, ils ne se sont pas appelés. Elles sont descendues au rez-de-chaussée. Тут не нужен X, какая же я невнимательная. Тут не нужен X, потому что это единственное число. Au rez-de-chaussée? Исправьте, пожалуйста. Дальше. Oui, ils sont descendus au rez-de-chaussée. Non, elles ne sont pas descendues au rez-de-chaussée. Vous avez été aux États-Unis? Oui, j'ai été aux États-Unis. Non, je n'ai pas été aux États-Unis. Non, j'ai pas été aux États-Unis. Hier, il a plu toute la journée. Oui, il a plu toute la journée. Non. Il n'a pas plu toute la journée. J'ai dû agir de cette manière. Oui.
We тут не то, нелогично. Если я спросила про себя, то мне отвечают на ты, правильно? Tu. Ah. Tu as dû agir de cette manière. Tu n'as pas dû agir de cette manière. И последнее. Tu t'es souvenu de cette personne? Oui, je me suis souvenu de cette personne. Non, je ne me suis pas souvenu de cette personne. Напишите, пожалуйста, устали вы или нет словом fatigué ou pas fatigué? И хотите ли вы сделать 4 караоке? То есть это когда я два раза я вам читаю вопросы, и два раза вы мне читаете, чтобы и отрицание, и утверждение потренировать. Фатиги и пофатиги. Жду вас. Последнее занятие надо поднажать, как мне кажется. Ну, что мне? Не буду заставлять, если фатиги все. В принципе, конечно, если хотите, можете написать мне пофатиги, а сами молчать. А когда будете пересматривать, то уже сделайте все, когда будете отдохнувшие. Хотим все. Окей, хорошо. Тогда сначала как мы сделаем? Сначала вы мне два раза вопросы задаете, а потом я вам два раза вопросы задаю. Папа тебе, гениально. Нельзя. Вы мне задаете вопрос, 3-4, я опять не буду ни стучать, ни греметь, ни говорить ничего, просто буду делать паузу и отвечать. Сначала в утверждение. 3-4, начинаем. Oui, j'ai eu froid. Mon frère a monté l'armoire. Oui, je me suis occupée des enfants. Oui, nous sommes passés à la pharmacie. Oui, il a déjà sorti son chien. Oui. Nous sommes venus à l'heure. Oui, ils se sont appelés. Oui, ils sont descendus au rez-de-chaussée. Oui, j'ai été aux États-Unis. Oui, hier, il a plu toute la journée. Oui, tu as dû agir de cette manière. Oui, je me suis souvenu de cette personne. Oui, merci, Татьяна. Voilà. И да, еще тут у меня заметили. Смотрите, что мы делаем. Сейчас то же самое. То же самое. Вы читаете то же самое. Я отвечаю. Ну вот, например, вопрос... Вот этот не задаете, потому что он только был у нас один ответ возможный. Таков, то есть вы все, кроме вот этого предложения. 3-4 еще раз задайте вопрос мне, вытягивайте всю хорошую интонацию. Non, je n'ai pas eu froid. Non, je ne me suis pas occupée des enfants. Non, nous ne nous sommes pas passés à la poste, à la pharmacie, pardon. Non, il n'a pas encore sorti son chien. Non, nous ne sommes pas venus à l'heure. Non, ils ne se sont pas appelés. Non, ils ne sont pas descendus au rez-de-chaussée. Non, je n'ai pas été aux États-Unis. Non, il n'a pas plu. Non, tu n'as pas dû agir de cette manière. Non, je ne me suis pas souvenu de cette personne. Et voilà, maintenant c'est moi qui vous pose les questions. Я теперь задаю вам вопросы два раза. Сначала вы утверждаете, а потом будете отрицать. 3-4. Tu as eu froid? Qui a monté l'armoire? Tu t'es occupé des enfants?
Vous êtes passé à la pharmacie? Il a déjà sorti son chien. Nous sommes venus à l'heure? Ils se sont appelés? Elles sont descendues au rez-de-chaussée? Vous avez été aux États-Unis? Hier, il a plu toute la journée. J'ai dû agir de cette manière. Tu t'es souvenu de cette personne? Et voilà. La dernière fois, vous répondez à la forme négative, vous отвечаете в форме отрицательной, и вот эту qui, мы не произносим фразу. On y va, encore une fois. Tu as eu froid. Tu t'es occupé des enfants? Vous êtes passé à la pharmacie? Il a déjà sorti son chien? Nous sommes venus alors? Ils se sont appelés? Elles sont descendues au rez-de-chaussée? Vous avez été aux États-Unis? Hier, il a plu toute la journée? J'ai dû agir de cette manière? Tu t'es souvenu de cette personne? И гениально. Напишите, пожалуйста, от 1 до 100, как хорошо у вас тут все получилось. Хорошо вы быстро произносили. И вуаля, это было наше последнее упражнение. И я вам показываю текст, который вы... Он легкий достаточно. То есть тут просто лексика. И вы слушаете его и скажете, насколько хорошо вы понимаете, а потом дома про свое путешествие напишите, надеюсь. Пока жду ваших ответов, читаю уже текст, а потом прокомментирую. А уже вижу ответы, кстати. 70 Капри, Анна 70. 99 Людмила, браво. Другие еще думают. Хороший результат. 50 Дарья, значит, нужно еще чуть-чуть поработать. Ну, пересмотрите урок, у нас их было 9. Если все еще раз переделать, думаю, что все будет понятно. Инара 70. Браво. Читаю. Текст легкий, вы отдыхаете, слушайте. Если у вас уже уровень получше, можете даже не смотреть текст, именно расскажете, как вы со слух воспринимаете. Татьяна, 99, браво. J'adore voyager. J'essaie de visiter un ou deux nouveaux pays par an. L'année dernière, je suis allée aux Émirats Arabes Unis, en Angleterre et au Maroc pour la première fois. Tous les trois pays sont très différents. J'ai vécu des moments inoubliables. À Dubaï, j'ai visité leur tour Burj Khalifa. C'est l'immeuble le plus haut du monde. Elle fait 828 mètres et j'ai nagé dans le golfe Persique. En Angleterre, j'ai été à Londres, à Liverpool, à Manchester et à Nottingham. Oui. J'ai beaucoup aimé chaque ville. J'ai eu beaucoup de nouvelles expériences. J'ai été très étonnée par la manière de s'habiller des Anglais. C'est très extravagant à mon avis. Au Maroc, j'ai fait du surf presque tout le temps, mais j'ai réussi à visiter quelques villes, Marrakech, Agadir et Essaouira. J'adore voyager. Dites-moi, s'il vous plaît, combien... Скажите, пожалуйста, насколько хорошо вы понимаете этот текст в процентах. Думаю, что он вообще не сложный. Все глаголы, которые здесь есть, мы с вами видели. Плюс повторяем еще вот как раз-таки, так как это тема путешествия, предлоги «aux Emirates», «en Angleterre», «au Maroc», то есть разные. Множественное число это «au», «aux États-Unis», «aux Comores», «aux Philippines», «aux Pays-Bas». Женский род это «en Angleterre», «en France», «en Russie». Мужской род «au Maroc», «au Canada», «au Japon» и так далее. То есть тут у нас будет все мужского рода и «au», то есть у нас предлог.
Супер, молодцы. Теперь давайте произнесем это по строчке. Опять же, если вы слишком устали, вы просто отдыхаете, потом сами сделайте, когда будете в лучшей форме. Bien, on y va. J'adore voyager. J'essaie de visiter un ou deux nouveaux pays par an. L'année dernière, je suis allée aux Émirats Arabes Unis, en Angleterre et au Maroc pour la première fois. Tous les trois pays sont très différents. J'ai vécu des moments inoubliables. À Dubaï, j'ai visité leur tour Burj Khalifa. C'est l'immeuble le plus haut du monde. Elle fait 828 mètres. Et j'ai nagé dans le golfe Persique. En Angleterre, j'ai été à Londres, à Liverpool, à Manchester et à Nottingham. J'ai beaucoup aimé chaque ville. J'ai eu beaucoup de nouvelles expériences. J'ai été étonnée par la manière de s'habiller des Anglais. C'est très extravagant, à mon avis. Au Maroc, j'ai fait du surf presque tout le temps. Mais j'ai réussi à visiter quelques villes. Marrakech, Agadir et Essaouira. J'adore voyager. Думаю, что здесь почти что все понятно, но вот essayer de faire quelque chose, это пытаться сделать что-то. Я пытаюсь посетить одну или две новые страны в год. В прошлом году тут все понятно, думаю, pour la première fois, в первый раз. Все три страны очень разные, и я пережила незабываемые моменты. L'immeuble, слово, это здание, то есть это здание самое большое в мире. Она, потому что это я про башню говорила, она дословно делает, то есть в ней 828 метров. И я плавала в Персидском заливе. Гольф. Дальше тут, думаю, все понятно. J'ai eu, у меня было много новых таких вот опыта нового, в единственном числе, то есть что-то необычного. И я была удивлена тем, как манерой, дословно, манерой того, как одеваются англичане. Обратите внимание, если англичанин — это существительное, а не английский, то пишется с большой буквы. Очень экстравагантно, по моему мнению. В Марокко серф почти что все время, но réussir à faire quelque chose, удалось все-таки посетить несколько городов. Это Марракеш, Агадир и Эссаоира. Я обожаю путешествовать. Теперь понятно? Скажите, пожалуйста, на 100% все? У вас есть еще несколько секундочек задать мне вопрос по этому тексту. В принципе, с вами закончили. У нас прошло с вами 9 недель. Вы большие молодцы. Будем вас держать в курсе наших новых проектов. По поводу проекта с парком Горького продолжения пока нет никакой информации. Вы им тоже о нас напишите, то есть отзывы какие-то, чтобы они знали, что, потому что они-то нас не смотрят. Если вы дадите о себе знать, напишите какие-то отзывы о нас, то они об этом узнают. И это можно делать везде, это можно, я думаю, что у них на странице в Facebook именно в разделе отзывы. То, что вы напишите в каком-то комментарии под видео или в посте, это заметит несколько человек всего лишь. Если написать в отзывах, то заметит намного больше людей. Вижу, да, молодцы, 100к при 100 Людмилы, 100 Али, Вера, Инара и так далее. Да, то есть напишите в отзывах, и у нас, и у них желательно. У нас есть страница на нашей, там, где видели все задания, там внизу есть все ссылки, а у них у Парка Горького надо поискать. Потому что, конечно же, они только так, скорее всего, могут понять, что наш проект был успешным или не был,
Я думаю, что так, поскольку они это не смотрят, и это проходит на нашем канале YouTube или у нас в Фейсбуке, то есть, ну, будем надеяться, что они любопытны и посмотрят, и оценят, но все-таки ваша обратная связь важна. Да, ага. Я не понимаю, что вы хотите сказать, Дарья. Дориан, так-так-так. Инара, не расстраивайтесь, что вы попали сегодня случайно сюда, потому что все уроки есть у нас на... Где они у нас есть? В YouTube. У нас все уроки есть. Зайдите на нашу страницу YouTube, подписывайтесь обязательно. Там есть плейлист «Уроки французского с Парком Горького 2020». Нужно именно искать, потому что у нас уже третий год подряд там тоже есть какие-то видео. Онлайн-курс с Парком Горького называется. Найдите там, все есть видео, все документы, думаю, что есть. И потом мы еще куда-нибудь это разместим. Следите за нами на соцсетях, там будут какие-то новости по новым каким-то штукам. Вот. Все, я вам желаю всем хорошего дня. Было приятно очень с вами сотрудничать, работать. Надеюсь, что было полезно. Надеюсь, что вы все свои пробелы в этом уровне уже закрыли, вот, по крайней мере, то, что в курс входило. И обязательно будете продолжать. И на следующий год уже все скажете, А2 даже нам не нужно, а нужен B1. А то, что все, на начальных уровнях топтаться. Au revoir. À bientôt.